Есть ли питание для экипажа, если рейс короткий? Питание для экипажа есть всегда, вне зависимости от длительности рейса. На длинных рейсах у нас два рациона – суп и второе. Горячее питание всегда выбирают пилоты, и у них отдельное питание с маркировкой CAP. Но они могут взять себе что-то другое или вовсе не есть, если не хотят. После пилотов питание выбирают старший бортпроводник и бортпроводник бизнес-класса, и только потом бортпроводники в хвостовой части. Рацион всегда богатый. Красный стикер – это мясо, голубой – рыба, желтый – курица. И помимо горячего всегда есть салаты или закуска. Десерт дают всегда и иногда даже по 3 десерта. И обязательно фрукты. Также набор из хлеба или булочек и сливочного масла. На коротких рейсах мы едва успеваем поесть, так как сперва идет обслуживание пассажиров, и по своему опыту я съедаю не все. От питания можно отказаться, но только если один пролет и длительность рейса не более 3 часов. Вот такие дела обстоят с питанием. Надеюсь, вам было интересно все это послушать. Кстати, это вот суп на фото, на видео.